about the forests? No. Рукопожатием. Обнимушками, поцелушками. Ой, давай уже. Дорогие друзья. Дорогие друзья, ну что ж, ну а сейчас, как мы и обещали, выступление от выходцев группы, которая была номинирована на премию Грэмми, великолепных людей, прекрасных, вечно позитивных, талантливых музыкантов. Группа «Бенджамин»! Встречаем аплодисментами! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы вас, конечно, немножко вот отсюда именно нехорошо видим, но Мария сказала, что у вас очень много и вы очень прекрасны. Я все рассказала им. Да-да-да. На самом деле, безумно радостно приветствовать вас сегодня здесь, в этом замечательно прекрасном, именно позитивном месте, просто по-другому не сказать, и душевном. Ну что, поехали уже? Да. Александра. Мы иногда сочиняем песни сами, вот, и это одна из них. Мы ее второй кстати, прям в программе пустили, она нам нравится. Кстати, под нее можно танцевать.
да, вы здесь. Твою. Не забудь, не позарься на чужое, честно, трудно свое. Не забудь себя, частички, славы праздной придут, что так манит тебя, истеричку, красивую пустоту. Ту одну, что по жизни поможет, доставит, укажет и на правду. Пусть бегут и бегут электрички между всех же границ, истребляться плохие привычки в поисках счастья страниц. Сколько разных людей, как понять, кто готов попытаться поверить в серьезность идей. Пусть бегут и бегут электрички по огромной стране, зажигают. Поэтому, пожалуйста, подпевайте, чтобы мы точно знали, что вы здесь. Я буду проверять периодически. Ой, ты, парушка, параня, ты за что любишь Ивана? Ты за то люблю Ивана, что головушка кудрява, то головушка кудрява, а бородушка да кучерява. Кудри вьются улица, люблю Ваню молодца. Ой, кудри вьются улица, люблю Ваню молодца. Ой, душка, конюшка, подарен я погаживая. Ваня, Павел!
ваше внимание. Вот на самом деле и снять все вопросы разом, которые, может быть, у многих возникли. Почему девочка держит неправильно гитару? И, может быть, на чем же все-таки играет девушка? Девушка у нас играет, ее зовут Саша. Это моя сестра, замечательная она. У нас человечек-оркестр. В нашем ансамбле она играет на... Сейчас она играет на мандолине, дабы не путаться. А в прошлой песне она играла на инструменте, который называется «Добро». Вот. Это ну, такое что-то, kind of гавайская гитара. И Александр в следующей же композиции продемонстрирует, или через одну, как нужно, собственно, правильно играть на «Добро». Обратите внимание, что «Добро» пишется как «Добро», только ударение на другой слог. Ну что, вы готовы? Еще хотелось тоже снять всякие вопросы. Мы играем абсолютно вживую. То есть вообще абсолютно. Вот как это только можно, играем вживую. Вот так. Алексей играет на банджо тоже. Вот у нас даже такая радость есть. Нельзя не заметить, да? Почему не слышно банджо у нас? Нет? Вот, конечно, слышно. Так что мы New Orleans, got back up in the wood among the evergreens. The suit of cabin, rotten good. Алексей, вперед! Привет. А поехали! А поехали! Поехали!
хозяина были оба в драных кедах. И денька ночи, своей улыбкой ты в миг мою развеяла грусть. Каза, что Честер Роллинг Стоунс ты знаешь все наизусть. И ты поведала мне, бросив недвусмысленный взгляд, что Тилли Паквин начинался на 350. Без ума. Твои нехитрые приколы и значок с буквой А. Семь магических цифр я записал на руке и отрубился на диване в очках и пиджаке. А когда пришел на утро обезвоженный А, с ладони стерлись все цифры, кроме 350. Дрожат западного ветра. Думал, кто же виноват, что Тилли Паквин начинался на 350. Но тебя не нашел. И вот тогда я написал свой завод на рок-н-ролл. Но в тот же вечер у входа надоевший Сайгон, я был другой незнаком. Ты момент покорен. Теперь придется переписывать куплет на слова. Ведь ее номер начинается на 232. С вашего позволения, Алексей. Вас болит. Продолжим. Я встретил тебя за 15 веков до того, как случился всемирный потоп. Тогда ты была голубым ручейком, а я камнем лежал у твоих берегов. И я подумал, я знаю, кто такая из ты. Земная обитель неземной красоты, та, которую я 40 жизней искал. И тихо-тихо на ушко тебе прошептал: ой, плющи, плющи, мама, как меня плющи. Тащи, тащи, а мама меня тащи. Плющи, плющи, такой редкий случай. Тащи, тащи, нам чисто без фальши. Случалось такое, что нас становилось не двое, а трое. А может, мы были одним, я не знаю. Но где бы ни встретил тебя, я врубаю. Что вот оно то, что меня согревает, целует, ласкает, дурманит и манит. Зовет за собой за предельные дали. И я иду, как осел, и пою хали-хали. Ой, плющи, плющи, мама, как меня плющи. Тащи, тащи, мама, как меня тащи. Плющи, плющи, такой редкий случай. Тащи, тащи, так чисто, без фальши. Я знаю,
знаю, все станет прекрасным. Появится солнце, засветится ясно. Я смогу наконец-то подняться с дивана, взяться за ум, отойти от стакана. И закончатся ссоры, скандалы и драки. Мы станем умнее, чем в цирке собаки. И потянутся дни абсолютного счастья, как будто нас плющит, как будто колбасит. Ой, плющит, плющит, мама, как меня плющит. Тащит, тащит, мама, как меня тащит. Плющит, плющит, такой редкий случай. Тащит, тащит, так чисто, без фальши. Чисто как раньше. Мой мама Чагача. Спасибо. Спасибо. Алексей, продолжай. Это невозможно. Знаете, мы узнали перед выступлением, что здесь присутствуют люди из многих городов нашей замечательной родины, да? Мы ведь про это... Это круто. Вот, это здорово, это замечательно. Вот, а мы вообще из города Обнинска. И... Да? Здорово. Какое совпадение, да, Сашка? Какое совпадение. Вы знаете, мы сейчас исполним песню, она совсем была придумана недавно, как про наш вот родной город. Так что не судите строго... Кто не из нашего города, но вы тоже клевые и замечательные. Вы знаете сейчас, да, как у нас в Обнинске живется. Да-да-да. Я встречаю приятеля в пивном ларьке. Я постоянный покупатель. Я иду по темным улицам, а вы все мирно спите. Здравствуй, родной город. Здравствуй, Обнинск-сити. В компании друзей я иду послушать рок. Вот он, рок-клуб, где пьянство и порок. Мы веселимся до упаду, веселью край не видим. Я здесь родился, вырос, это Обнинск-сити, Светлый уголок. Да-да-да, я беру пиво и плавленый сырок. Метеорологическая вышка на солнце выблестит. 300-метровая хреновина, символ Обнинск-сити. Наука градом первым стал ты на зависть всей страны. Еще дуров песню ему вы посвятите. Ведь не такой плохой он, это Обнинск-сити. Гостей, добро пожаловать в Обнинск. Да-да-да. Давай. Ура!
раз, два, три, четыре, пять. Ну что же, ой-ой-ой-ой, давайте сыграем сейчас отличную песню, которую все знают. Знаете почему? Вот мы ее на самом деле не собирались играть, но мы приехали сюда и реально поразились, как тут круто. Я звонила друзьям и говорила, вы не представляете, как тут здорово, как тут потрясающе, какие здесь люди замечательные. И поэтому споем классную песню, называется, вы знаете... Ее знают наши родители, наверное, бабушки, дедушки, да? И мы с вами тоже, такая песня хорошая. Вот, поехали. Так. С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Ваша помощь. Легко. Видите как, Саш? Вот тут так надо. Вы готовы спеть вместе с нами, дорогие друзья? Вот это круто было.
сейчас. Вот теперь вот давайте сейчас так же все вместе дружно споем песню. Чаще, наверное, чтобы получалось. Это очень полезно, мне кажется. Ну что, мы продолжаем. Вы знаете, продолжаем мы. Продолжаем танцевать, наверное. Что же делать-то? Конечно же. Песня будет ностальгическая. Ностальгическая. Песня называется «Вы уж извините, но 18 бутылок пива». Песня там действительно, она будет на английском языке. Она про то, как девушка выпила 18 бутылок пива на свой 18-й день рождения. Очень символично. И вы знаете, после этого она решила больше не пить. Вот, то есть все закончилось таки хорошо. Она стала с нами. В общем, ты, Саша, даже решила разуться. Я тоже решаюсь. Да-да-да. В общем, поехали. Bye.
Спасибо. Вот как-то так, видите, вот что-то у нас все меняется, кто-то тебе что-то шепнул. Ну что же, кто, дорогие друзья, кто знает, как танцевать твист? Так, 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 все знают, а кто вот сейчас смелый продемонстрирует? Отлично, так, 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 вот тут правильные движения, правильно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Алексей, а мы вот и пока начинаем, вот тут люди демонстрируют, как танцевать. При твисте надо тушить окурки, но курить это только в определенных местах. Ну давайте высадить, да. Тут же мы мышли на окурки, как бы. Воображаем. Вот, ну как же так, даже образно, конечно, мы... Ой, ой-ой-ой. Поехали, мы поехали. Правильно, правильно, отлично! Продолжаем, продолжаем.
кричал, но почему-то опять ты мне звонишь по ночам. Всем верит, а мне оставил плюс. И ты ушел, но знает пора, и я еще попью. Yeah.
Который, конечно же, победит на Евровидении 2016. Ваш аплодисменты! И хочется немножко истории, друзья. Этот коллектив в 7-летнем возрасте уже собирал стадионы в Дании. Это правда. В Дании, в Швеции, в Норвегии, в Америке. И, между прочим, на прошлой Олимпиаде в Ванкувере ребята у нас представляли русский дом, да? И, насколько я помню. Аплодисменты! Они делали музыкальное оформление в русском доме на Олимпиаде. Вот такая. Небольшую импровизацию такую, только сейчас придумала. Такую, вот чтобы спокойненько отправить всех спать, я думаю, может быть, мы сейчас подберем какую-нибудь там си бемоль минор мажор какой-то. Спи ты наш форум усни. Ну а пока у нас репетируется новая песня, друзья, мы напоминаем, что завтра зарядка начнется именно в то же время, которое началось сегодня. Поэтому не проспите, вы услышите громкую музыку, ну и, соответственно, мы ждем вас всех возле сцены. Давайте. Почему? Отличный вариант приехать завтра на разминку.